У Татьяны двое детей, но один ребенок особенный. 10 лет назад на свет появился мальчик Влад. Когда ему исполнился год, родители заметили нетипичное поведение. Врачи поставили диагноз аутизм, и жизнь семьи изменилась. Мы становимся заложниками ситуации в плане того, что мы выбираем место и время для прогулок, когда оно менее людное, когда, например, на детских площадках практически нет детей. То есть ходим в супермаркеты в такие же часы, когда там менее людно. Мы очень по этому поводу переживаем. Раньше времени начинаем думать, что же будет с нашим ребенком, когда не станет нас. То есть уже вот как бы вот такие даже вопросы начинают возникать, что будет с ним дальше. Идея проекта возникла 2 года назад, и, наконец-то, сегодня 99 фото готовы. Но в каждом снимке не просто 11 разных семей. Фотограф показал отдельный мир особенных детей, их проблемы, спонтанность и особенную любовь. Мне было легко их снимать. Более того, они делают какие-то такие вещи, которые, возможно, другим ребенком нужно было бы режиссировать. Нам, не знаю, забираются на шкаф, там, на окно. Ну, то есть это всегда какое-то, часто очень, это какое-то движение, действительно. И, ну, это даже интересно в какой-то степени снимать. В нашем регионе 76 детей с диагнозом аутизм, но реальные цифры больше. Не всегда удается диагностировать заболевание, поэтому о проблеме важно и нужно говорить. И такие выставки еще не раз напомнят нам о человечности и понимании. Есть дети, которые расстройство, оно достаточно легкое, и ребенок легко адаптируется в социуму. Есть дети, которым это дается тяжелее. Аутизм – это, конечно, в первую очередь нарушение навыков коммуникации и навыки социализации. То есть и мы должны создать для наших детей возможность эти дефициты восстанавливать. Выставка «Аутизм. Семейный альбом» ждет всех неравнодушных, кому интересно взглянуть на мир другими глазами. И начнет работу со 2 апреля. Дарья Пастушенко, Иван Прокудин, АСТВ.